карандашики, сейчас разукрасим рыбок. Так, сейчас нальем. Вот. Вот. Все, Шунечка, у меня уже все готово. И у меня тоже все готово. Смотри, какие рыбки получились. Ой, вот это да! Какие красивые! Да у тебя, Шунечка, настоящий талант. Таких рыбок точно ни у кого нет. Мне они тоже нравятся. Особенно вот это, в горошек. Осталось их только в пруд пустить. Так. Сейчас посмотрим, как наши рыбки плавать будут. А плавать-то она... не хочет? Это все потому, что она не живая, а бумажная. Да. Ой. Всем, всем добрый вечер. Здравствуйте, мои дорогие. Ой, здравствуйте, тетушка Матильда. Добрый вечер. Что я вижу? Сегодня в такой замечательный вечерок мои лучшие друзья повесили носы. Да. Неужели случилось что-то неприятное? Случилось, случилось. Мы с Шуней, смотрите, вон какой домик из кубиков сделали. Да. И даже сад с прудом. Да, и у нас рыбки в пруду есть. Только рыбка не плавает. И это очень грустно. Вот. Ах, вот в чем дело. Друзья мои, не расстраивайтесь. Уверяю вас, стоит сделать несколько простых движений, и ваши рыбки весело поплывут по волнам. Правда? А что для этого сделать надо, а? Да. Открыть. Открыть заседание нашего замечательного клуба «Совинформ», что означает... Сова тетушка Матильда информирует! Совершенно верно. Ну, а теперь, когда заседание открыто, мы возьмем ножницы и немного усовершенствуем ваши чудесные произведения. А сделаем мы это вот так. Ой, тетушка Матильда, а зачем вы разрезаете рыбок? А, сейчас увидишь. А теперь мы сделаем отверстие в рыбке. Так, аккуратненько. Замечательно. Опустим в воду. Так, и из пипетки капнем растительного масла в отверстие. Так. Смотрите. Вот. Ура! Ух ты, рыбка поплыла! Ну как же это получилось, а? Очень просто. Всем известно, что масло легче воды. И к тому же оно очень легко растекается по ее поверхности. Когда мы капаем вот в это круглое отверстие, то масло растекается по воде, течет по каналу и толкает рыбку вперед. Ой, так просто! А что я говорила? Всего несколько простых движений, и ваши рыбки весело заскользят по воде. Спасибо вам, тетушка Матильда. Спасибо. Ой, я очень, очень рада, что ваше настроение стало таким же радостным, как сегодняшний вечерок. И поэтому я закрываю заседание научного общества «Совинформ» и желаю всем самого хорошего. До свидания, ребята. До встречи, друзья. Будьте счастливы, дорогие. Время чудес. Пролетела, спит Шишкин лес до утра, и всем детишкам в постели тоже ложиться пора, и всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Скажем друг другу до встречи, доброй вам ночи.